Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию хочу представить книгу, с которой у меня началось увлечение здоровым образом жизни. Вот эта книга, пятитомник Геннадия Петровича Малахова «Целительные силы». Первый том «Очищение организма». Эти книги приобрела моя мама, она их просто читала, а я их изучал. И на собственном организме всю информацию испытывал, которая в этих книгах преподносилась. Посмотрите, я даже ставил галочки на полях, отмечал интересные абзацы, которые стоили внимания и дальнейшего изучения. Книга у нас была настольной, и папа даже сшил переплет, чтобы сохранить ее на долгие годы. В то время еще не было интернета, и очень трудно было найти информацию о здоровом питании и образе жизни. И поэтому всю информацию об этом я черпал из этой книги. Ну и подобных ею книг, конечно. Книга не утратила свою увлекательность и ценность и по сей день, ибо в ней изложена информация, которая не имеет срока давности. Я рекомендую эту книгу всем тем, кто хочет изучить строение нашего организма, хотя бы поверхностно. Строение наших органов, желез, гормональной системы, а также узнать о разных лечебных практиках и методиках очищения организма. В этой книге автор указывает список использованной литературы, и мы с вами можем видеть, что это компиляция из лучших источников, целителей и практиков здорового питания. Мировой опыт всех натуропатов, все их жемчужины, их мысли в одной книге. Поэтому я безусловно рекомендую эту книгу и остальные тома Геннадия Малахова к прочтению, изучению и применению. Действительно, очень интересные книги. Начал я их изучать в 1994 году. Представляете, с тех пор я увлекаюсь здоровым питанием. Даже врачи учатся 5 лет, а я 26 лет в теме здорового питания. Часто бывает, что в разговоре со мной кто-то пытается выяснить, а есть ли у меня медицинское образование. Но, друзья, это же смешно. Для того, чтобы разбираться в здоровом образе жизни, не нужна корочка, а нужны знания. Кстати, очень хороший хвалебный отзыв о данной книге написал всеми нами уважаемый и любимый лекарь Иван Неумывакин, которого, к сожалению, уже с нами не стало. Вот, собственно, и все на сегодня. До связи в следующих моих видеороликах.